Мне кажется, это показательный момент и определенная недоработка системы. Потому что если посмотреть, кто у нас бегает, кто выступает, да, на Кубке IBU, там нет какого-то постоянного крепкого состава, вот именно состава дубля. Который должен отвечать диакона, за Кубок который IBU. Который должен постоянно держаться там и в случае чего помогать на Кубке мира. Там либо бегают несколько девочек-юниорок, несколько девочек из основного состава, которые не в форме, те же россиянки, которые перешли и пытаются сейчас вывести себя на какой-то уровень, а постоянно состава такого подстраховочного у нас нет. Поэтому это, на мой взгляд, недоработка системы. И нужно думать, как создать этот крепкий второй состав. Не юниорский состав, он сам по себе, а именно второй состав, вот основной сбор.